Сегодня известный телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил печальное известие, связанное с семьей известной артистки Анастасии Заворотнюк. Вчера завершился долгий судебный процесс против ее дочери Анны Заворотнюк, известной актрисы, модели и блогера. Дочь была обвинена в финансовом мошенничестве по отношению к своей матери и другим гражданам России. В течение 3 лет Анна Заворотнюк использовала все деньги, которые были предназначены для лечения матери, в собственных интересах. А она обманом выманивала деньги у известных артистов и простых граждан, которые перечисляли эти средства на лечение. Летом 2022 года она была арестована и помещена в следственный изолятор. Позже была выпущена под подписку о невыезде. Вчера вечером был вынесен судебный приговор. Известные российские артисты, такие как Стас Михайлов, Сергей Жигунов, Дмитрий Маликов, Вадим Казаченко и фигурист Петр Чернышов, жестко осудили Анну Заворотнюк за наживание на здоровье своей матери. А они подчеркнули необходимость возмещения ущерба как морального, так и материального. Анна Заворотнюк смогла обмануть не только известных артистов, но и десятки тысяч российских граждан. Она использовала различные методы для обогащения, такие как создание фонда для пожертвования на лечение своей матери. Несмотря на попытки проявить раскаяние перед российскими гражданами, Анне Заворотнюк был вынесен строгий судебный приговор, она была признана виновной в финансовом мошенничестве. Полученные деньги она тратила на собственные нужды, такие как покупка дорогого автомобиля и аренду дорогой недвижимости. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Плюс она должна будет выплатить компенсацию морального вреда и нанесенного ущерба. Приговор еще не вступил в силу. Адвокат заверил, что они планируют подать апелляцию и будут просить заменить реальный срок на условный.